сегодня выходной. Сегодня у меня на волосах отражается солнце, у нас наконец-то разошлись тучи. Сегодня очень классная погода, поэтому мы решили поехать погулять в Бельгию, в город Брюгге. Вот. И мы в полнейшем восторге, потому что город очень-очень-очень красивый. Значит, его называют, как это, Венецией севера. Вот, потому что здесь в городе есть как каналы, на которых передвигаются лодки, но лодки как только для туристов, и на них проводят экскурсии. Вот мы уже покатались на лодке, это занимает 30 минут и стоит, на удивление, всего 8 евро. Вот. А дальше мы гуляем по городу, мы тут уже купили, я себе купила барахла, я себе купила рюкзак, я себе купила брелок для ключей с, как называется-то, с кружевом, я потом все это покажу. И что еще мы купили? Магнитик мы купили на память себе. Вот. Hi. Could you please help me to take a picture? Take a picture of you? Yeah. Oh, okay. О, сейчас тут подошел какой-то азиат, попросил сфотографировать, дал очень-очень-очень дал дорогой фотоаппарат Филиппу прямо в руки, говорит, сфотографируй. Вот, у нас бы такое не прокатило дело, потому что нас бы с этим фотоаппаратом тут же убежали, вон они фотографируются. А, так вот, значит, здесь в городе полно всяких маленьких магазинов, бутиков с пивом, с шоколадом, с бельгийскими вафлями и с чем еще... И с этими... Опять из головы вылетело, как называется... Как кружевной вышивкой, вот. Они тут везде, повсюду в городе. Вот здесь вот находится парковка лошадей. Они там сзади стоят. По городу можно прокатиться на лошади. Стоит это 50 евро. Я не знаю, кто это может себе позволить, но это сделать можно. Вот. А, значит, дальше добавлю видео, как мы катались на лодочке по каналу. Будет вот очень интересно, надеюсь, вам будет... А что вообще, у меня идет микс из трех языков в голове сейчас. Так что я надеюсь, что вам будет интересно смотреть. Вот что я хотела сказать. Вон там вот лошади едут.
сейчас помогает еще одной девушке сфотографироваться. Она ему опять дала какую-то дорогущую камеру. И сейчас вот, их вот там несколько человек. Нужно их сфотографировать. Вот так они отдают дорогущую аппаратуру, уходят на 10 метров, и все, и знают, что у них камеру никто не отберет и не убежит. Вон они такие красивые. Вот. Филипп говорит, ой, я, видимо, внушаю людям доверие, они, думаю, они мне доверяют свои дорогие вещи. Вот, благодарная девушка. Moi, je me demande de venir pour contrôle de genre.